Соревнования высокого уровня. Первенство Северо-Запада по волейболу стартовало в Вологде 2 ноября. В нем принимают участие 15 женских и мужских команд 2001-2002 годов рождения. Ставки на турнире высоки, на кону выход в полуфинал чемпионата России. Подробности в нашем следующем сюжете. До матча остаются считанные минуты. Это время нужно потратить с пользой. Как следует подготовиться, размяться, отработать тактические приемы. Для сборной Вологодской области по волейболу эта схема знакома. Тренируются ребята практически ежедневно. В составе юношеской команды воспитанники ДЮСШ «Спартак» – игроки клуба «Волей Тайм», которые одержали победу на первенстве области в октябре и завоевали право представлять регион на этом турнире. Результат планируем хороший показать, потому что тренировались серьезно. Там тренировки шли 5 раз в неделю, по 2-2.5 часа. На тренировках обычно нападали, приемом занимались, подачей, пасом, доводкой. 2 ноября юношеская сборная области встречалась с волейболистами из Архангельска. Матч состоялся в рамках первенства Северо-Запада, в котором принимают участие 15 женских и мужских команд из Карелии, Коми, Вологодской, Ленинградской, Ярославской, Мурманской, Новгородской и Калининградской областей. Соревнования такого высокого уровня в нашем городе проходят впервые. Ведь на кону стоит выход в полуфинал чемпионата России. Путевку получат только 10 команд. Стоят задачи максимальные, выкладываться на каждой игре. Посмотрим, как получится. Многие команды, неизвестны как бы нам, но с некоторыми уже сталкивались. Борьба только сегодня началась, первый день соревнований. Они будут проходить со 2 по 9 ноября. До обеда играют девочки, после обеда играют юноши. Соперники все одинакового уровня, абсолютно. Потому что мы эти команды знаем, мы с ними встречались на турнирах. Все игры турнира пройдут в спорткомплексе «Политехник» на Зосимовской, 4. Стать зрителями состязаний и поддержать наших ребят могут все желающие. Вход свободный. Всего в рамках первенства состоится около 50 матчей. К сожалению, в первой игре вологодские юноши уступили волейболистам из Архангельска. А вот девушки начали турнир успешно. Одержали безоговорочную победу над соперницами из Великого Новгорода. Егор Канавин, Максим Тышковец, Вологда Портал.